Вместо старых икарусов-гармошек – современные лиазы. Волокжане уже смогли оценить новые автобусы, которые курсируют по городским маршрутам. Работы новых машин проверил и глава города Евгений Шулепов. Подробности в материале Алены Закатаевой. В новых лиазах значительно комфортнее. В них тепло, низкие пороги, удобны при посадке и высадке пассажиров. К тому же они спроектированы таким образом, что несмотря на свои габариты и наличие прицепной части, заносы такой машины практически исключены. Что делает новый автобус гораздо безопаснее в зимнее время года. Вообще заметили мы сразу же этот автобус, как стал сходить, он заметили. Ну, удобный автобус, да, больше народу влезает. 30 новых автобусов поступили на ПТП-1 в рамках муниципальной программы по обновлению автопарка общественного транспорта. Насколько автобусы удобны, комфортабельны и прежде всего безопасны, проверил глава города Евгений Шулепов. Как автобус новый? Нормальный. Этот нормальный, с ступенями. Это у нас не скопольный, да? Для инвалидов, как здесь выход, по инвалидам выход средний дверь, да, там пандус, да. Сейчас по улицам города курсируют 14 новых лиазов. Они работают по самым загруженным маршрутам. К концу декабря на линию выйдут все машины. Они будут ходить по маршрутам номер 6, 15, 16 и 19. В настоящий момент автобусы регистрируются в ГАИ, а их будущие водители проходят обучение. Необходимо стажировать водителей на новый подвижной состав. Стажировка проходит 4 дня. Поэтому, чтобы не срывать выпуски машин, то есть их постепенно заново стажируют. Это обязательная процедура для лицензионного транспорта. Несмотря на сложную ситуацию с бюджетом, обновление городского парка необходимо, уверены городские власти. Ведь речь идет о безопасности и комфорте волокжан. И в ближайшие 2 года будут заменены все старые автобусы, отметил глава города Евгений Шулепов. Сегодня мы приобрели 30 автобусов вот таких. И в течение 2 лет до конца 2015 года мы должны полностью сделать замещение старого парка. Вот такая стоит задача. Это приобретение около 200 автобусов. Сегодня мы приобретаем, в первую очередь, длинные, сочлененные, сверх большой вместимости автобусы. В первую очередь новые автобусы будут появляться на самых загруженных маршрутах. Впоследствии обновится парк и на остальных линиях общественного транспорта. Алена Закатаева, Михаил Прищев, Вологда Портал.